Друзья, всем привет! Сегодня дам гениальный совет, как отбелить пожелтевший пластик. Будь то подоконники, двери, сейчас у нас много. Я буду показывать на примере этой пожелтевшей клавиатуры, которой уже много-много лет. И вы увидите, как это работает. Раньше мы отбеливали все демиксидом. Демиксид сейчас стоит как полкрыла самолета, поэтому будем использовать немного другое средство. Покажу, на мой взгляд, самые работающие. 1 столовая ложка пищевой соды, 1/2 столовой ложки жидкого хозяйственного мыла и сок половинки засохшего лимона. Вот взяла специальное ситечко, нужно было вывалиться сюда. Сейчас мы нанесем вот сюда и посмотрим на результат через минут 10-15. Так же, как вариант, наношу сюда. На клавиатуру не наношу, потому что это сюда не подходит. Кстати, насчет демиксида. Демиксид уберет все эти надписи, если будете пользоваться. Вдруг у вас он где-то есть, будете пользоваться. И поверхность немного будет такой шершавой. Для второго варианта берем дешевый отбеливатель типа Персоля, без разницы какой. Столовую ложку. Очень горячую воду. Размешаем и оставим, чтобы немного подостыло, чтобы температура была комфортной для рук. И еще один вариант, сейчас я вам тоже покажу, пока это пусть остывает. А этот вариант — зубная паста и хозяйственное мыло. Вот такая смесь. Нанесем на пластиковую дверь. Здесь очень сильное загрязнение. Не забудьте сразу подписаться на канал и нажать на колокольчик, чтобы быть всегда в курсе новых интересных видео. Смесь подостыла, губку, и также наношу. Я, конечно, не уверена, что после этих манипуляций у меня будет работать клавиатура, но надеюсь. Заодно нанесу на подоконник. Почти сухой ватной палочкой пройдусь по вот этим. Насчет клавиатуры. Как вам кажется, какая часть более светлее стало? По мне так вроде как одинаково. Или это светлее, или это. Посмотрим подоконник. Впрочем, достаточно хорошо выбеливает. Один из вариантов очень быстро избавиться от желтых подмышек на белой одежде, на цветной, это намочить место. Я показываю на старой рубашке, тоже пробуйте сначала. Берем любое средство, которое чистит духовки. Так вот распределяем. Хозяйственное мыло
и пройдемся быстро. Это надо было делать очень быстро. Вот такой способ отбеливания желтых подмышек. Ну, теперь надо постирать, и от желтизны не остается ни следа. Я на цветном платье своем так делаю. Подмышки, воротнички быстро-быстро прям отходят от желтизны. Потом полностью постирать вещи, и все будет отлично. Друзья, а какой из способов вам понравился больше, напишите под видео. На этом хочу попрощаться. До следующей встречи. Всем пока-пока.